Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA 4 продолжается. Напоминаю о том, что карантин, дорогие друзья, давайте соблюдайте самоизоляцию. Все равно хуже что-то становится с каждым днем, все равно. Индекс до 1,9 понизился в Новосибирске. Да. Короче, мы сейчас направляемся к Джимми Пегарино. Подвезите меня туда, пожалуйста, кто-нибудь. Едем туда. Я так чувствую, подключать спецназ надо к охране от нарушителей придется. Иначе что-то вообще не слушаются другие. Пофигу им. Гуляют все равно. Хотя зараженных уже более 2 миллионов. Ну почти, хотя нет, почти 2 миллиона уже зараженных. Ладно. Опа, Патрик звонит. Как там моя любимая девчонка? Нужна фотография Грейс. Папаша думает, что она заблудилась где-то с очередным парнем. Сделаешь? Мама еще чувствует. Хочешь, что я теперь фотограф, портрет? Ладно, я на мобильник тебе скину. Но перед этим мы к Пегарино направимся все равно. Пегарино живет здесь. В таком вот хорошем доме. С 2 гаражами. Да, я пришел к мистеру Пегарино. Но я не думал, что ты пришел продать мне страховку. Ты пришел, чтобы выполнить его поручение, убить его или арестовать, или все сразу? Все в порядке, миссис Пегарино, я с ним разберусь. Ну, конечно, у меня создалась ситуация, угрожающая моей жизни, а мы мило беседуем. Он мог меня убить. Никакого толку от тебя. Организованная преступность. Ничего удивительного, что с такими ребятами, как ты, эта организация прекрасно работает. Это ты, Нико? Заходи. Пег, что? Это к тебе. О, да, да, да. Так, за тобой следили? Не думаю. Ну, кто его знает? Ну, вот именно. Я хочу сказать, что мы можем быть практически уверены, что за тобой следили. Но вопрос в том, знал ли ты об этом? И в данный момент я не знаю ответа на этот вопрос. Но меня это не сильно, честно говоря, заботит. Мне достаточно известно о тебе, о твоем братце, о твоих друзьях. Мне известно, что многие люди с твоего окружения закремели за решетку. По всему городу творится одно и то же. Это игра на выживание. Не понимаю. Просто я хочу попросить, чтобы ты разобрался с одной проблемой, и ты с ней разберешься. В противном случае ты станешь проблемой, с которой придется разобраться кому-то другому. Я даже ничего не сделал. Ладно, хорошо. В чем же заключается проблема? Мы как раз подходим к этому. Энтони! Йоу, Фил звонил? Пока нет, босс. Рэй звонил. Ну еще бы. Конечно, лучше иметь под рукой способную змею. Или отважного льва, который может погибнуть в расцвете сил. Вот я не знаю. А как ты считаешь? Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер Пегарино. Конечно, ты понимаешь, но я не собираюсь на тебя давить. Энтони, зайди. Босс? Где большой Пит и Марк? Уже едут. Послушай, вот какой у нас план. 2 моих человека встретимся с парой ребят из клана Павано. Эти парни понадобятся мне, если что-то воспримут всерьез. Ну сам знаешь, совет примут. Короче, дело такое, эти ребята, как бы сказать, в прошлом оказали нам должное уважение. Я хочу, чтобы ты обеспечил безопасность, на всякий случай. Пригляди там за всем, чтобы они ничего за тебя там не сделали. Вот они и копы больше некуда. Это они, снаружи. Рэй. Да, я знаю, что это они. Дай мне силу. Я выйду через минуту, присмотрите за Рэем, пока я не вернусь. Привет, Тон. Привет, Рэй. Мне нужно поговорить с Пегарино. Он занят. Нико. Босс, здравствуйте. Поднимайся. Извини, босс. Этот парень повсюду... Он на проклятый таракан. Ну, в хорошем смысле. Рэй, я с тобой поговорю. У босса дела.
Да, и босс, я привез вам вот это, потому что мне не все равно. Развлекайтесь, ребята. Сядьте в машину Пигарина. А вот и Пигарина идет с рюкзаком. Блин, ночь сейчас наступит. А и ночью как-то не очень охота выполнится. Чего ты ждешь? Поехали. Ладно. Поездка будет довольно долгая, поэтому я ее вырежу. Так, мы приехали. Заброшенный завод. Дай ему винтовку, Марко. Не подумаешь же ты, что он будет консервными банками швыряться. Конечно, нет. Вот, держи. Нико, ступай наверх. Там должно быть место, которого откроется отличный обзор. Не открывай огонь, только пока на нас не нападут. Не хочу, чтобы все без причины пошло к чертям. Я когда первый раз, кстати, проходил эту миссию, я туда шарился, чтобы найти место, как попасть наверх, и там шарился. И в итоге пошел смотреть это видеопрохождение на ютубчик. А оказывается, надо было в эту дверь зайти. Вот сюда прям надо было зайти. Там, где я заспаунился. Господи, насколько же это было нелепо, а? Ну вот такой вот я слепым что-то оказался немного. Зрение совсем, походу, от этой работы испортилось. Во, вот это отличный обзор. Неспроста мне дали винтовку, сейчас походу стрельба будет. Так, только не стрелять, а то все дело погубим и себя тоже. Но у них, я смотрю, в руках винтовки. А у этого, кстати, кофта такая же, как у меня в первом и втором сезоне была. У Нико такой же носил, такой же костюм. Ах ты ж! Вылез. Я уж думал, я его не смогу загасить. Так, здесь довольно опасно, кстати, спускаться. Так просто. Спрыгнув отсюда. Так, сейчас надо быть начеку. Там повсюду стрелки находятся. Так, готовимся. На! Второй. На! Там еще есть кто-то. На! Там кто-то на лестнице еще, по-моему, стоит. Я думаю, что мне это не кажется, это так и есть. Так, надо поторопиться, пока они не... Все, используем этот пистолет. Воу, осторожней. Hey, you immigrant fuck! We got you surrounded!
Чертовы Павано! Если бы остальные члены Совета узнали, что они натворили, я уверен, весь город взялся бы за оружие. Ублюдки решили замочить меня на переговорах. А, вот еще новые появились. Гениально. Решили свалить с моим подарком? Вот это наглость. Надо их прикончить. Заберите Дару Пигарину у банды Павано. Ладно, так, просто их сейчас не застрелишь. Надо отстреливать тех, которые остались в живых. You heard it here first! I saw it through the scope on that rifle. We're gonna get that gift back and make this fool pay for the disrespect. Come on! Ага, господи, я думал, машина поехала. Я думал, за нее кто-то за руль сел. А нет, это я ее толкнул, оказывается. Так. Ничего себе. Вот так, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это еще за заносы такие? Ой, человек горит. А почему он человек горит? Я стараюсь их не упустить, они вон рядом едут. Только почему человек загорелся? Интересно, на дороге. Отойдите. Ничего себе реакция у них. Какая офигенная. Нельзя их упускать. Ничего, ничего не уходит. Вон они, я их вижу. Вон они, не удерут. Ой, за... Ага, застряли. Бедолаги застряли. Реакция быстрее, чем у вас, козлы. А у меня гранат нет случайно? Тачку вашу подорву еще. Ты хороший работник, Нико. Отвези нас ко мне назад. Так, поездка будет... Да, долгой, поэтому вырезаем этот момент. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah. Those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on. And hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position. Either because they know too much in my rat, or because they got too much power, and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big, and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. Only how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Мы, собственно говоря, приехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, мы приехали. Ты отлично справился, парень. Сохранил голову на плечах, когда всем остальным этого не...
буквальном смысле не удалось. Нам скоро вновь понадобятся твои навыки. Прекрасно. Ладно, теперь давайте займемся... Да-да, сохраняемся. И займемся продолжением дела о Грейси Анчелоте. Где там? Надо таксишку, наверное, поймать. Или вызвать. Хотя нет, вызвать сейчас не получится. Корпорация Романа Пелика сейчас не работает. В ночное время, я думаю. Ну, такси рядом есть, поэтому ничего страшного нет. Поехали на точку выкупа. Что? Хорошо поработал последний раз. Приезжай. Попозже, окей? У меня еще дела другие есть. Так, я крики слышу какие-то там. В принципе, понятное дело, что это за крики. Так, это не на верхнем, не на самом верхнем этаже, блин. Я так чувствую, что нет. Потому что крики были слышны в другой комнате. Здесь. Привет, это я. Давай, Грейси, я хочу, чтобы ты отлично выглядела. Улыбнись своему папочке. Заткнись. А вот против... А вот я против вот таких вещей. Зачем я вообще поднимался на этажи выше, если можно было определить все по звукам? Это еще что такое? Ты че, офигел, мужик, что ли? Ладно, сваливаем отсюда. Да что же это такое, а? Серьезно? Какой-то мужик напал на меня, и на меня все нарушения повесили. Ну это куда годится-то? Это никуда не годится просто. Ну ничего, сейчас старик Анчелоти переполошится. У меня деньги-то остались еще, а? То полицейский хрен знает, сколько денег у меня сняли. Джейкоб. Оружие можешь привезти мне? Джейкоб, мне очень нужно оружие, ты мне не поможешь? Я тут, подъезжай. Проклятый полицейский, почему мне все нарушения повесили? Да что такое, Рэй? Не вы с Пигарино подружились, я смотрю. Я на него работаю, а он платит, вот и все. Да, помнишь, тебя ему представил, благодаря кому-то в деле. Думаю, ты хочешь кое-кого отдать. Кто-то мне не прячет. Извини, Рэй. Я сам себе крыша, никакой дани. У моей работы есть недостатки, но с налогов я точно не плачу. Все железо на месте. Ух, сколько тут всякой фигни, а. Давайте... У него тут оружие со скидкой. Так что... А, снайперскую винтовку теперь можно нагрузить посильнее. А, нет, не сильнее. Мне так показалось просто.
Вот это нам надо накупить. Почему я в прошлый раз к Джейкобу не обратился с оружием? Бронежилет, куда ж без него? Ножик не надо, я думаю, пока. Карабин дайте сюда, без него тоже никуда. А пистолет такой только что? Ну хоть какой-то пистолет. Бывай, Ник. Да что ты там глючишь-то? Да что еще? Говорят, дочь Анчелотти у ирландцев. А тебе-то что? Да ничего, я уверен, что Анчелотти не заплатит. Это ее приятель голубой Тони спер мои чертовы бриллианты, которые вы везли в музее. Мы поначалу думали на Тони. Значит, это он грабанул Сака. У меня Байкер вел деньги, помнишь? Бриллианты кто-то продал. Не умничай, забери бриллианты у Тони. Ирландцы будут в расчете. Ты со мной будешь в расчете. Мы с тобой и так в расчете. Окей. Ладно. Нам ничего не остается, как снова отправиться к Джимми Пигарино. Давайте, собственно, это и сделаем. Оружием мы запаслись. Надо бы... Джейкоб может нам оружие продать. Это здорово. Не нужно будет таскаться в оружейный магазин, где гораздо дороже продают. Ладно, чё нам рыба... Ой, господи, Пигарина сейчас выдадет. Я не помню просто. Payback. Payback. Что это такое у нас? Я не помню. Привет. Кому машешь? Надо полагать федералам, они в это время все время тут проезжают. Тебя это беспокоит? Да, ты замужем за драконом, нужно быть готовой к тому, что появляются рыцари, хотят тебя убить, придурки. Все. Вот и поболтали. Давай веселись, найди приятного паренька и шлепни его, если у него останется семья. Привет. О, да, привет. Мистер Пигарино здесь? Да, я за ним схожу сейчас. Босс! Ты заткнешься, а? Ну отстань ты уже, реально. Сваливай давай отсюда. Не возвращайся, пока тебе не пересадят новый мозг, а? Прошу прощения. Очень рад тебя видеть, Нико. Да, взаимно. Я хотел кое-что обсудить. Можешь грохнуть такая? Во-вторых, заходи. В общем, слушай, у нас образовалась небольшая проблема с Павану. Да, я заметил в вашей последней встрече это все. Как они смотрели на нас, а? Будто мы сброд какой-то. А клан не держит. Если все хорошо, значит мы... Нас поимели. Мне очень жаль это слышать. Ну еще бы. Слушай, кое-кто из моих людей сегодня в городе собирают долю от выручки букмекеров. Говорят, что они сейчас в Эктере и в Дерне Динере. Разыщи их. Помешай встрече, и я разрешу тебе оставить деньги себе. Только убедись, что Павано крепко от тебя достанет. Хорошо. Благодарю. А там на фотографии более молодой Пигарино, да? А я могу твою тачку взять? Могу. А тут, кстати, другая абсолютно тачка стоит. Не та, что стояла здесь в другое время. Хорошо. Что там у нас с Эдой? Далеко ехать-то? Да, в принципе, не сильно далеко. Я думаю, мы спокойно доедем. Но надеюсь, что врезаться мы больше не будем. Господи. С этими бриллиантами еще та беда. Голубой Тони, Луис Лопес. Такие дорогие бриллианты, конечно. Но я чувствую, что они принадлежат не голубому Тони, а другому кому-то. Они все равно тоже принадлежали. Голубой Тони не настолько крут, чтобы... владеть такими ценными вещами.
Но, в принципе, всякое может быть. Кто его знает? На самом-то деле, я знаю, кто ими кто их владелец. Но раскрывать пока не буду. Я думаю, что этот парень работает на Пигарина. Боже, не видать, совсем отчаялись. Давай оторвемся от него. Догоните бандитов Павано. Ой-ой-ой, они уходят. Скорее. Догоняем их. Твари с засады, а? Куда они поехали-то? ДТП еще устраивают на дорогах. Козлы, а? Ой, они стреляют. О-хо-хо-хо-хо! Нифига себе полет! Полет человеческий. Ой, там фургон. Классный фургон. Ой, все, они остановились, что ли? Нет, не остановились. Но, во всяком случае, я могу их подстрелить, попытаться. Козлы, козлы. Где они? Проклятие! Сейчас я бомбу кину туда. Садимся в машину скорее. Нет, я не вижу ничего. Опять с монитором проблемы. Отстаньте, полицейские. Вы... Да, что ж такое, проклятый монитор. Ну, вы этого не видите. У меня шнур там отходит от монитора. И... У меня монитор гаснет немного. Отстаньте от меня, полицейские! Да ладно, они что еще? Там кто-то жив еще, что ли? Все, сваливаем отсюда как можно скорее, а то у меня машина сейчас подгорит. Черт побери. Жаль, я не могу позвонить Фрэнсису, пока выполняю задание. Слушайте, а по-моему, у меня была другая машина, вам так не кажется? Я догонял бандитов на какой-то крутой такой спортивной тачке, а сейчас еду на той тачке, на которой остановился у этой закусочной. Что-то я не понял, как это так? Все, оторвались. Что-то я вообще проглядел его, честно говоря, вот серьезно. Барахло у меня, Джимми. Отлично, мой мальчик. Ты заставил их страдать. Нужно показать им, что Олдер не вообще на Пигарина. Ну и тебе тоже кое-что перепало. Вроде того. Тогда заплатишь небольшие проценты. Ну знаешь, отстегнешь верхушки. Мы итальянцы веками так поступали. Хорошо. Хорошо, что я не итальянец. Теперь мы можем отправиться к Филу Беллу. Он прямо рядом. Давайте сразу же к нему и поедем. Почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет. Так, в стрип-клуб заходить надо. Серьезно, что ли? Не люблю в ЗГТА такие заведения. Ладно, ничего с этим не поделаешь. Итак, мы сейчас еще раз просим увести детей от экранов и... Ничего, что там? Джерри хотел тебя видеть. Это касается твоей девушки. Навести его в тюряге. Хорошо, хорошо, хорошо. Но попозже. Catch the wave.
Эй, Томми, глянь-ка. Ну, я лошадь седьмой заезд. Что? О, привет, приятель, как дела? Ничего особенного, так вроде бы. Хочешь пройтись, поговорить? Конечно. Томми, позови меня. Скажи, если позвонит. Просто смешно. Я взрослый человек, который ведет себя как придурок. Мне жаль. Да, нет проблем. Ты стала быть друг Рэя? Друг? Нет, я всего лишь выполняю для него кое-какую работу. То есть вы с ним друзья-партнеры? Я не понимаю. Как ты скажешь? Он, конечно, слизняк, но платит неплохо. Разумеется, разумеется. Послушай меня, короче. Дело в том, что Рэй приносит хорошие деньги. Он, конечно, несет всякую чушь, но деньги приносят хорошие. Он крыса, принявший человеческий облик. Очень хорошо. Фил! Чего ты хочешь-то? Это босс говорит, чтобы ты ехал в доки. Говорит, что ты в курсе. Черт, на 3 дня раньше. Святая дева. Что же мне делать-то? В чем проблема-то? Нико. Мне придется рискнуть и положиться на тебя. Хорошо, пойдем. А что нам сделать-то надо? Я, честно говоря, не помню эту миссию. Так, слушай, нас ожидает грузовик. Он под каскадой. Доберитесь до грузовика. Какого еще грузовика? Я не помню, какого грузовика. Так, мы, собственно говоря, прибыли. Вот и грузовик. В лодочную мастерскую? Что-то про грузовик припоминаю, но куда мы там поедем, я, честно говоря, не помню, серьезно. Так, вот, почти приехали. Я третий раз подряд эту миссию перепрохожу, вот серьезно. Первый раз русский Фил погиб. Второй раз почти закончил миссию. Перевернулся на лодке. В общем, так, сохрани голову. И все будет хорошо. Но эта миссия реально сложная, вот серьезно, вот. Армия русских вот реально очень вооруженная. В этой мастерской русские наркодилеры торгуют кокаином. Моторная лодка с грузом наркотиков уже прибыла из Вайс-Сити, но еще не разгружена. Мастерская надежно охраняется, поэтому важен элемент неожиданности. Эй, приятель, мы приехали забрать груз. Я не говорю по-английски, пошел на. Эй, амиго, не надо все усложнять, я просто хочу доставить груз моему боссу и поехать домой. Мне этот чувак в очках очень знаком, босс говорил. Выходите из грузовика. Нико, нам придется все сделать по-старому. А че, у меня нету этого, что ли? Блин, без пулемета нам не справиться с ними. Ну попробуем, конечно, но это тяжело будет сейчас. Ладно, сейчас попробуем. Вот этим. А, нет, есть. Да-да-да, я стараюсь. Только русских очень много. Чересчур много. С ними так просто не расправишься. Вон там один. Пистолет закончился. You're fucking-
пошли вы все оставшиеся, блин. Так, бронежилет нам дают. И надо садиться в лодку. Только что-то я не вижу в этой лодке кокаина. Написано, что сядьте в лодку с кокаином. Но кокаина-то я тут не вижу. Мы направляемся до как в Северной Голландии. Ой, только бы еще раз не перевернуться на этой сраной лодке, а. Если я перевернусь, то и все, это триндец просто будет. Потому что миссию полностью заново начинать надо. Ну, благо, хоть не надо будет возвращаться к месту выдачи задания. Это уже радует. Но в GTA 5 с заданиями получше. Там их... Ай, блин. Чертовы русские здесь. Блин, вот этих вот подстрелить бы как-то, а? По-нормальному. Водителя лодки подстрелить надо как-то. Блин, не получается до водителя зацепиться. Да где? Я не могу попасть по нему. Надо как пилот. Надо хотя бы убить этого, который стреляет. Все, последний. Блин, мы довольно далеко от него отстали. Так, сейчас ни на какие пороги бы не наткнулся, чтобы не перевернуться. В принципе, добрались уже практически, так что не проблема. Так, где это? Ну, сколько нам еще плыть-то, а? Я устал уже, вообще. А. Две загрузки подряд, что ли, или чё? Ты очень здорово себя проявил. Не потерял голову. Это ценное качество. Спасибо. Увидимся. Все, на этом точно закончим. Я тут полтора часа уже, наверное, записываю. А чё у нас? Какой выбор есть? Фил Белл или Джимми Пигарина? Ладно. Займемся этими делами с вами в следующей серии. А пока что всем большое спасибо за просмотр. С вас лайк, если подписываться, сменяй печные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. А также сидите дома. Без особой нужды не выходите на улицу. Берегите себя и своих близких. До свидания.